Если существует проблема дефицита электроэнергии, то надо искать источники электроэнергии, которые можно построить быстро, чтобы этот дефицит ликвидировал. Атомная станция, к сожалению, к таким источникам не относится. То есть это атомная станция строится долго, вот, и мгновенно и достаточно быстро решить проблему дефицита она не в состоянии. Поэтому если задача стоит решить дефицит электроэнергии, надо искать источники, которые можно построить гораздо быстрее. Вот, такие источники есть, это та же самая газовая генерация, да, срок строительства от 2 до 4 лет. Это гораздо больше, чем 10-15 лет строительства атомной станции. Поэтому здесь, наверное, как выход из ситуации, да, для решения проблемы дефицита, стройте газовую генерацию, вот, на, понятно, там, ближайшие лет 20 этого хватит вам. А за это время появляются новые источники, атомные источники, да, которые уже будут проверены, построены в других странах и могут оказаться вот, и будут как раз по размерам подходить для нашей энергосистемы.